Самое красивое место. Самое красивое место здесь. Самый красивый лес. Я здесь снимаю всегда начало этого леса, хотя это уже конец леса, потому что мы уже побегали, все набрали, что хотели, но хотим здесь немножко остановиться. Это я подпрыгиваю, качаюсь, греюсь. Немножко замерзли. Вот, заехали мы в свою столовую, не буду эти столики все время показывать. Вот, просто лес покажу. Красота. Здесь у нас привал. Отдохнем. Очень сильно здесь отдохнешь, когда попадаются вот такие вот чудеса. Это рядовка серая, чисто серая, петушок. Сейчас я его заберу. Здесь место для туристов. Все гуляют, ну и режут ножки, часто здесь бывают. Люди тоже сюда заглядывают, грибники. Но туристам это не нужно. Они это не понимают. Этот гриб довольно-таки молодой. Рядовка серая, настоящая. У него ножка не раздваивается, не расстраивается, не раскручивается, не завивается, не загибается. Вот, и которая на срезе тоже. Ничего с ней не случилось. Бывает иногда, как арбуз трескается, так и ножка трескается. И веером расходится. Вот это их тоже качественный признак, очень важный. Но гриб молодой, свежий, хороший, он так не показал нам свои чудеса, чудесные свойства. Вот. Ну а потом он корзинки до дома доедем, он может раз ветвиться. Вот стреляют. Кто там стреляет? Не знаю, что они там. Вот такая ножка. А еще попался ложный гриб. Часто рядом с ними бывают. Ну, так, сейчас. Вот, попался ложный петушок. Некоторые их зовут мышатами, некоторые их едят. Но я забыла даже, как они называются. Могу в описании и написать про них, потому что я давно-давно такое видео снимала про них. Они мне давно уже не попадались. Вот, у них мысик очень заострен, и он не исчезает. Но у него свои свойства, и пахнет он не так, совершенно по-другому. Ну, мы их пробовали, мы ели, ничего с нами не случилось, но считается, что это несъедобные грибы. Вот такие вот. А это вот пахнет очень вкусно. Они бывают очень темненькими. Вот такой вот он. Вот он, петушок. Покажи, положи петушок. Вот он, видишь, столушка. Еще нашел? Да. Вот настоящий петушок. Он невзрачный. Но хорош. Все хорошие. Все хорошие грибы. Мне не нравятся. Вот такие вот они. Ну, уток настреляют. Или кого они там? Охотники. Ну все, да? Пойду проверю свою эстрафарию. Привет, друзья. Что-то вы не растете совсем. Так, наверное, зазимуете. Но что делать с вами? Что мне делать с вами? Ничего не делать. Растите себе и дальше. Удивительно. Не хотят расти. А были вообще кнопочки. Немножко подросли. Просто очень холодно. Листиками их укрыть. Сейчас укрою листиками от мороза. Не для себя, а для них. Вот так вот. А тут такой ельник. Им должно быть тепло.